говорит. Поленится она меня затрахала уже. Что, я неправильно произношу? Пишу. Все отлично. Ну, все, ты стопроцентный украинец. А, все окей тогда. Я даже, ну, ты так сказал, я так и подумал, блин, он, наверное, из Галиции или из Волыни. А я откуда? Ну, я ж про тебя говорю, типа, вот ты сказал это слово, я такой думаю, блин, а он, наверное, должен быть или из Галиции, или же из Волыни. А, я понял. Я понял, хорошо. Слушай, я знаешь, что я думаю? Я, короче, думаю, что Россия все-таки продусе. Россия все-таки что? Продусе. А, понадусе, конечно, да. Ты прав. России понадусает. Ну, это истина. Это шоколадочка. Ну, конечно. В голубой оберточке. Такой веселый. Че, я пишу, что ли? В смысле? Че ты так, ну, со мной общаешься? Ну, как тебе сказать? Ну, я выпил. И это означает, что ты можешь всех суками обзывать? Да. Ну, знаешь, вот именно то, что ты выпил, это как раз тебя, ну, не оправдывает, что ты не быдло. Да, да. Презентацию. То есть делали. По жизни ты животное, и когда ты выпил, ты тоже... Вот, я и хотел, знаешь такое... Животное. Да. Что мы знаем о них? Такой я. Стоишь там, да, такая, ну, кулиса. Не хватает только музыки от программы «В мире животных». Не хватает только музыки, да, да, да. Ну, ты берешь человека, которого ты не знаешь, и обзываешь его сукой. Кто ты после этого? Да, да. Да, животное. Нет, я согласен с тобой, вообще полностью молоток. Я просто подумал, знаешь, представь ты, что ты делаешь, знаешь, как Стив Джобс. Знаешь, презентацию животных. Такой. Я ищу нормальных людей как раз. И то, что ты мне только что сказал, ну, ты меня разочаровал. Чего? Ну, потому что ты обзываешь. Кого? Смотри, человек, который, ну, ругается бранью и как раз таки обзывает человека, который вообще к нему не настроен негативно, он как раз таким и является. Ты сейчас как эстонец начал разговаривать. Да хоть латыш. Не, эстонец. Все, отлично, да? Хорошо. Я из Сталина, да. В чем проблема? Что ты имеешь против эстонцев? Иди. Ну, в Эстонии много русских живут. В Нарве живет, ну, 90% города Нарвы русскоязычные, это русские славяне. Ты против Иди. Русских? Сучка. У вас, короче, когда вы ругаетесь, вы очень это медленно делаете. Это даже номер есть. В комедии клаб, как ругаются эстонцы. Он такой, знаешь, типа, жене, говорит, курва, типа, да, он такая. И уходит, якобы, иди, сучка. Это все ругательство. Ты где-то... Я сейчас я тебе найду, где будет смешно. Я просто... Не, ну я все понял, ну, мне такой юмор не нравится, потому что есть брань. А зачем мне слушать брань? Там не брань. Там просто ты ее видел, чтобы видел. Сейчас. Ha
Там все. Не пришло. Сейчас, подожди. Это тоже не то я посмотрю. А, я же в Эстонии, и оно долго доходит, да? Не, все, походу дошел. Копирую, я просто все быстренько сделал. Но для тебя это должно быть охуительно. У нас на работе шеф, вы что, говорит, в Эстонии? Я вам, типа, задачу подставил, хули она не сделала. Вы что, в Эстонии? Вы уже и эстонцев ненавидите. Да нет, да что ты. Я, кстати, был там совсем недавно. Я в Таллине был. Кстати, мне очень понравилось. И там реально все в замедленной съемке? Нет. Это все, это бред. Но мне понравилось очень красиво. Я даже если я там в шлеме фотографировался, там, есть такой. Ну, мы, короче, прям вообще в городе квартиру сняли, просто пожили. А ехали это к родственникам. Я там по жене, короче, там живут сестра мамы ее уже дохуя лет, и как бы, ну, чтобы повидаться. Ну, она письмо написала, и на визы все сделали, ну, просто приехали. Повидались, посидели. Вдруг это последний раз, как говорится. Ну, никогда. И, ну, лучше о таком не думать и желать здравия. А оно все равно же пройдет. Придет, да, но самое главное думать о лучшем. Давление взрослое. Вот мы как раз это, да, побывал в истории. Кстати, у вас очень... Таможня ваша очень не любит русских. Странно, да? Да, странно. Везде ее проходишь как нигде, блядь. А вот почему-то в Эстонии, блядь, где-то там еще, блядь, в этих прибалтийских и как там, странно, блядь. Пусаны с таким, знаешь, типа, как будто говна кусок. Я понял. Ладно. Ну, он надо так делать.